turn. Let's synchronize. Привет, всем привет! С вами канал Лига Music Wars. И мы сегодня, ребята, идем в награждение конкурса. Мне досталась такая возможность. Я сегодня награждаю с 5 по 2 место. То есть у меня сегодня прямо аж 4 призера. А первое место на вкусное я ставлю Максу. Также хотелось большое спасибо сказать каналу Макса Презента. Твои работы, которые ты выбрал из всего списка, мы учли. Спасибо Manual TV за то, что тоже прислал работы, которые ему понравились. Кстати, Матвей, с возвращением тебя на YouTube. Вижу, новые видяшки пошли. Давай, дерзай, давно тебя не видели. Ваши работы, ребята, были учтены, и на основании их мы сделали голосование. Голосование сегодня у нас закончилось, голоса посчитаны, и все места уже распределены. Поэтому, ребята, честно, за работы вам спасибо, я очень доволен, красиво рисуете. А если бы было 700 тысяч работ, я думаю, мы вообще за день не справились. Тут хотя бы более-менее как-то адекватно. Ну и давайте, конечно, к награждению. Так, с чего бы начать? Ну вот, например, давайте переключимся на Music Wars. Так, ну и пошли. И пойдем. И первая у нас работа. Первая... Вот такая вот у нас работка, ребята, которая заняла 5 место. Прикольный чувак с тыквой. Очень долго, конечно, смеялись. Забавно, но решили, короче, ее не упускать. Поэтому давайте к парню. С ним я списался. И давайте его глянем сразу же. Вот он. Вот такой-то у нас веселый парнишка. Постоянно бывает везде на стримах, его я вижу. Прикольный чувак. Давай, удачи тебе. Так, на четвертом месте у нас расположился парень из Казахстана. Этот вообще парнишка нарисовал, наверное, работ 5, где-то так. Но он постоянно одну улучшал, а одну добавил. И мы вообще с мнением сошлись, что работа очень хорошая, и та, но выбрали одну. Ну, извини, 2 призовых места одному человеку, как бы, ну, мы дать не можем. Поэтому давай к твоему награждению. Работа очень хорошая. Молодец, парнишка, молодец. Отлично. Привет солнечному Казахстану! Так, дальше у нас третье место. Где ты у нас, парнишка? Так, третье место. Так. Вот он, это я имею в виду этого. Так, на третьем месте у нас Данил. Привет, хорошая работа, мне очень понравилась, лично я очень люблю, когда рисуют тонко и чисто карандашом, то есть ровно, очень мелкие детали, можно было типа вместо зала что-то отдельно дорисовать, но вижу, что срисовывал, потому что прям вот прям видно. Ну молодчина, конечно, очень доволен я твоей работой. Так... Как ты отписался? Поехали по твоим подарочкам. Давай не пугаемся, чтобы помнить. На тебе. Психопат круто с головой такой смотрится. Держи.
тебе 3 подарка. Молодец, спасибо, что участвовал. Классная работа, мне, честно, понравилось очень. Ну и к такому призовому месту очень интересному. Где ты наш парнишка? Вот, вот такая вот вещь, такой прям видно, что, короче, выдал по теме, почему мы его выдвинули наверх. Спасибо, ребята, всем, кто голосовал за эту работу. Я тоже, имею в виду, был как бы так сбоку. Она понравилась одному из каналов. Честно, сливать не буду какому. Но вот, как бы так сказать-то, она, короче, в тему прям Хэллоуина. Прямо в тему. Вот еще бы пару масок нарисовали там, или сзади какой-нибудь замок там карандашом, вообще я был бы прям доволен. Ну а так, ребята, как голосовали, второе место... Все вообще. Но этот парень оказался немного веселее. Я сейчас вам покажу. Он не захотел сразу забирать, короче, все. Он сейчас забирает 2 подарка. И я остаюсь у него в долгах. В общем, за мной 20 рубинов. Имею в виду, дождемся новогодней акции. Или когда захочешь, в любое время. То есть я тебе все перечислю. Психопат. Пикучка наша. Ладно, все было круто. Спасибо, ребята, вам за работы. Конечно. И давайте, наверное, переходим к первому месту. Макс награждать будет и раздавать аккаунты еще дополнительно. Не отключаемся, смотрим. Спасибо, Серега, за передачу эстафеты. Ну а я буду завершать это видео. И, как хотелось бы сказать, тут начинается дилемка. Все мои аки, большинство, точнее, моих аков побанили. И поэтому показывать в видео аккаунты победителей я не буду. Но скажу лишь одно, что один из победителей, первое, второе или третье место, выбрали вот этот мой аккаунт в Clash Royale. Его точно не забанят, поэтому это покажу. Также первое место я не могу наградить, так как у него я ему уже выдал аккаунт, и на нем уже лежит 50 рубинов. И первое место с этим согласилось. Ну а третье место получит тоже ак. Пожалуйста, напиши третье место. Третье место я видел, оно забанено. ВКонтакте, вот, Данил. Вот, Данил Маур, по-моему, да, так, он забанен ВКонтакте. И поэтому, когда тебя разбанят, я знаю, что ты посмотришь это видео, напиши мне с этой странички, желательно, когда тебя разбанят, если тебя не насовсем забанили, либо напиши вот с этого вот аккаунта YouTube, потому что ты оставил свой аккаунт, и чтобы всякие левые чуваки от твоего имени не написали, напиши мне вот с этого аккаунта и укажи в комментариях точную ссылку на себя ВКонтакте. Там мы с тобой перепишемся, и я уже тебе дам твой акк. Вот так вот. Так что, как-то так. Спасибо всем, дорогие друзья, кто принял участие в конкурсе. Мы раздали всем рубины, подарки, как и обещали. Первые 3 места получили самые щедрые призы, но это и самые 3 красивые рисунка. Так что в следующих конкурсах дерзайте, участвуйте. Также спасибо, я тоже скажу, Матвею ТВ, Максу Презенту и Лиге Music Wars, нашей любимой Лиге Music Wars. Подписывайтесь на наши каналы, участвуйте в наших конкурсах. Всем удачи, всем пока-пока.